Итак, дорогие друзья, всем привет. Все же благодаря усилиям Богдана, Давида и немножечко меня, мы поднялись на эту замечательную вышку. Как она называется, не знаешь? Мандалия 2016. Да, цветок любви или пальма, вот это супер-мега-классное такое сооружение. То есть отсюда можно видеть все экспо. Это считается одной из самых таких изюминок этого города. Вот, тут даже можно пройтись по облакам. Жесть. Вот это да.